Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня подготовили такой красивый узор и для мужских изделий, и для женских подойдет. Также подойдет для аксессуаров. Пряжа Alize Merino Royal. Посмотреть цветовую палитру можно на сайте пряжа.су. Также можно оформить заказ. Ссылку оставляем внизу в описании под этим видео. Здесь в моточке 50 грамм 100 метров, 100% шерсть. Ниточка очень мягкая, хорошо держит форму. Подойдет как раз для всех аксессуаров и для плечевых изделий. Также можно ее использовать для детских вещей. Давайте приступим к вязанию узора. Здесь раппорт 3 петли плюс 2 петли набираем для симметрии и вяжем 4 ряда. Кромочную петлю снимаем и теперь приступаем к вязанию. Петлю первую пересняли, нить держим за работой, 2 петли лицевые. Повторяем раппорт. Петлю пересняли, нить за работой, 2 петли лицевые. И таким образом вяжем до конца ряда. Петлю пересняли, 2 лицевые. Так. Петлю пересняли, 2 лицевые. Довязываем до конца ряда. И посмотрим, что у нас получилось. Довязываем до конца ряда, петлю переснимаем, нить держим за работой, 2 петли лицевые. В конце кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. Связали первый ряд и теперь переходим к вязанию второго ряда раппорта. Во втором ряду кромочную петлю снимаем, далее вяжем 2 петли изнаночные, нить перед работой, следующую петлю переснимаем. Повторяем 2 петли изнаночные, нить перед работой, петлю пересняли. И таким образом довязываем до конца ряда. 2 петли изнаночные, следующую петлю пересняли, нить перед работой, довязываем до конца ряда. Вяжем последний раппорт. Нить перед работой 2 петли изнаночные и нить перед работой петлю пересняли. В конце петля кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. Смотрим, что получилось, и приступаем к вязанию третьего ряда раппорта. В третьем ряду кромочную петлю снимаем, вяжем 1 лицевая, нить перед работой, 2 петли пересняли, не провязывая. Повторяем, 1 петля лицевая, нить перед работой, 2 петли переснимаем, не провязывая. И таким образом вяжем до конца ряда. Провяжите самостоятельно. Остался последний, четвертый ряд раппорта. Кромочную петлю снимаем. Вяжется четвертый ряд очень просто. И вяжем все петли до конца ряда и изнаночные. Провяжите самостоятельно. И посмотрим, что у нас получилось. Довязали узор до конца, посмотрите, какой красивый. Далее продолжаем с 1 по 4 ряд. Посмотрим еще раз пряжу. Это Alize Merino Royal, 100% шерсть, в 50 граммах 100 метров. Посмотреть цветовую палитру пряжи и оформить заказ можно на сайте пряжа.су. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. Переходите, оформляйте заказ на пряжу и подписывайтесь на канал.